День, который наполнен самыми яркими красками, Беларусь отмечает День матери. Люди в погонах не остались в стороне. В 147-м зенитном ракетном полку сегодня день открытых дверей. Мам лучших военнослужащих пригласили в актовый зал подразделения. Рядом и женщины в форме милитари. Подобные встречи уже давно стали доброй традицией. Из рук командира – грамоты, от сыновей – цветы. Не может скрыть волнение и одновременно гордости за сына мама рядового Сергея Суровеца. У военнослужащего семья большая. Два брата и сестра. Родом он из Кировского района, в армии уже почти год. Мама Ольга признается, за Сергея переживает и понимает, настоящий мужчина должен отдать долг родине. Спасибо командованию за праздник, что устроили. Очень приятно, когда вот именно на День матери такой подарок, когда твоего сына считают одним из лучших. Расскажи, как ты маму поздравил? Поздравил ее при встрече. Приехала, поздравила, сказала, что она у меня такая единственная, и спасибо за то, что она у меня есть. Для мам провели экскурсию, рассказали историю полка, показали, чем и как живут их сыновья. Мне бы хотелось поздравить с этим замечательным, чудесным праздником всех матерей военнослужащих нашего Бобруйского гарнизона, а вместе с ними и всех матерей нашего замечательного и чудесного города, от себя лично и от всех воинов Бобруйского гарнизона. И пожелать всем крепкого здоровья, благополучия, всегда оставаться такими же замечательными и чудесными, не терять бодрости и оптимизма, счастья и благополучия. Самый теплый праздник осени отмечается в Беларуси с 1996-го. В этот день люди спешат в цветочные магазины, покупают подарки и сувениры, дети разучивают стихи и песни. Все усилия ради нее, самой милой, доброй и любимой женщины на свете. Поздравляю тебя, мама, с Днем матери. Желаю удачи, здоровья и всего наилучшего. Мамуля, поздравляю тебя с Днем матери. Желаю тебе всего-всего и много-много. Я люблю тебя. Дорогие мамы, я хочу поздравить вас с праздником. Двойным праздником сегодня и покров Пресвятой Богородицы. Хочу пожелать вам мудрости, доброты и большого терпения. Дорогие мамы города Бобруйска, Могилевской области и всей нашей республики, я поздравляю вас с этим замечательным праздником, с Днем Матери. Самое главное – здоровья вам, детям, этих тепленьких ладошек на ваших щеках, этих ласковых объятий и прикосновений. Дорогие женщины, дорогие наши мамы, поздравляю вас с праздником, День Матери. Также с покровами, это тоже хороший праздник. Здоровья вам, счастья, умных и красивых детей и послушных. Я поздравляю свою маму с Днем Матери, она у меня самая лучшая, самая красивая. Дорогая моя любимая мамочка и все мамы мира, поздравляем вас с Днем Матери, оставайтесь такими же красивыми, любимыми. Поздравляю любимую маму с Днем Матери. Желаю ей крепкого здоровья, любви. Очень сильно ее люблю. Хочу поздравить наших дорогих женщин, дорогих мам, которые дали нам прекрасную жизнь, которые воспитывали нас, терпели и всю жизнь помогали. Хочу сказать спасибо и своей маме в этот прекрасный день за то, что она у меня есть, за то, что она родила такую прекрасную дочь. И, конечно же, хочу ей пожелать всего самого лучшего. Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня непременно найдет. Ведь так не бывает на свете, что были потеряны дети. Если вы еще не успели поздравить маму, то сейчас самое время. Иногда фразы «я тебя люблю» дороже любых подарков. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.